Это же надо, что творится в интернете. А именно конкретно просто на Ютубе просмотры скручивают, как плохие дети. И кто теперь, уроды, вас уже полюбит? А может, зависть от просмотров просто душит, что наш талант кому-то стал не по плечу? И что не делаем, уродов, правдой рушим, а темы наши набирают высоту. Стихи и песни наши этим не заткнете, поскольку много уже вылилось в народ. Не по тому пути, уроды, вы идете, а наши темы уже следуют вперед. Будем безжалостно к уродам относиться, мы будем петь про них, стихи про них читать. Кто-то от наших тем заёрзал, начал злиться. В Ютубе нам просмотры начал урезать. Вы этим так, уроды, в жизни не добьетесь. Все потому, за нами правда, все за нас. От зависти такой вы, гады, обосретесь. Вот вам еще один стишок, это для вас. Что правда, сволочи, уже не по карману? Вы думали, просмотры скрутите, и все. Молчать не буду, стихи писать не перестану. А правда наша, коли душу вам еще. Пусть кто препятствует, уроды, обосрутся. Не доказали этим гады ничего. Пускай кто слабый под уродами прогнутся. А с нами правда, и поверьте, большинство. Так что препятствуйте, уроды, как хотите. Мы будем бить вас всех морально, без конца. От Лехи Лешего пощады вы не ждите. Это похлеще будет красного словца.